Глава региона Вениамин Кондратьев провел прием граждан. Один из вопросов поступил от жительницы Славянского района. Юлия Лютова живет в хуторе Бараниковском и очень переживает за судьбу местного стадиона. Он был построен более 30 лет назад и сейчас требует капитального ремонта. Прошедший снегопад усугубил ситуацию, обрушил крышу здания. С просьбой помочь в ремонте стадиона Юлия обратилась к губернатору. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что жизнь на селе должна быть не менее комфортной, чем в городе, и люди должны иметь возможности заниматься спортом на красивом современном стадионе. Сейчас в крае строится много спортивных объектов, но важно не только создавать новое, но и сохранять имеющиеся. Поэтому этот вопрос очень актуален и будет решен в содействии с районной властью. Благодарен людям, которые продолжают жить на селе. Вот на селе и не уезжают оттуда. Но мы должны сделать все, чтобы люди из села не уехали. Значит, комфорт жизни там должен быть. Поэтому стадион – это как дом культуры. Это место, куда приходят все. И стар, и млад, и проводят время, и просто встречаются, общаются, устраивают спортивные мероприятия. Но это уже образ жизни такой, что ли, на селе. Вот эти вот места. Стадионы, дома культуры, парки. Это без этого никак. Никак. Поэтому, конечно, они должны быть ухоженными. Они должны быть отремонтированными. И чтобы жизнь там продолжалась, на селе. Стадион, он нужен для того, чтобы, по крайней мере, наше молодое поколение росло здоровыми. Нужен стадион. И я соглашусь с вами на 100%.